Всем привет! В этом видео я хочу показать, как включать BIOS на компьютере. Ну, допустим, для установки там, Windows, там операционной системы, которая работает. Ну, бывает, операционная система загружается с диска. Начинаем. Нажимаем кнопку «Пуск» на компьютере. Нажимаем многократно кнопку «Del». Вот у нас здесь надпись появляется, какую кнопку нажимать. В принципе, у некоторых F12, там у кого-то F2. Вот вышли в BIOS. BIOS. Находим boot. Вот, boot device. Нажимаем. Вот выходит как бы приоритет. Сначала какие диски включаются первыми. То есть первый приоритет — это флоппи, но это вообще старинный на дискетах. Второй идет жесткий диск. Ну, жесткий диск сразу грузит операционную систему, а вот третий уже DVD. Поэтому надо его поставить первым. Нажимаем Enter и ставим Sony DVD. То есть первый будет загружаться с DVD ROM-а. Вот. Если его не будет, как бы диска не будет в DVD-роме, то загрузится операционная система. А если будет стоять диск, то начнет загрузка с диска. Выходим обратно и выходим exit выход, exit и сохранение параметров. То есть сейчас в принципе можно вставлять диск, скажем, с операционной системой, и начнется загрузка вначале с диска. То есть нажимаем, и сразу идет перезагрузка уже. Если сейчас вот ставить диск, пойдет загрузка с диска. Вот. Вроде все ясно и понятно. Всем удачи, подписывайтесь на канал, пока.